me and my guitar. Раз Воринер, значит, должен бежать быстро. Голди Сайерс. Одежда британцев, метание копья. Ну? Ну? 66 метров. Да. Ну вот так. Оно, прилетело. Пошли броски. Молодец. Сейчас лучший результат установит. У нее личный это рекорд еще до 66. Она ни разу не добрасывала. 65-75. И, по-моему, сейчас это должно быть дальше. В этом году 64-73, а вполне тут, по-моему, 66 метров есть. Есть. Точно есть 66. Да. Умничка. Первая попытка. А еще личные рекорды перед Олимпиадой полезно ведь. Как-то сразу так жизнь налаживается, да? Настроение сразу появляется. Понимаешь, что ты не зря тут вообще всем этим занимался. Ну вот, 66-17. Голди. Умничка. Лидирует, конечно же, в этом секторе. И такую хорошую планку всем остальным девушкам задала. Так что и Барбаре, и Вере Ребрик придется сейчас, и Вильёйн придется сейчас напрячься, если они хотят у нее выиграть. А это уже интересно для нас. Это уже высокий результат, естественно.